24-й раз в Латвии прошли Дни европейского наследия, а в этом году в нашей стране состоялись мероприятия, посвященные реставрационным работам. В замке Ливонского ордена в Венспилском музее открылась выставка, на которой можно познакомиться с различными отреставрированными предметами. Главным образом мы выставили те работы, которые были отреставрированы в течение последних лет. Одна из них, старинное украшение на шею из ужевос, была отреставрирована год тому назад. В Венспилском музее работают три реставратора, специализация которых – восстановление деревянных и металлических предметов, а также реставрация археологического материала. На этой выставке в музее в основном представлены различные предметы быта. Например, эта старая бутылка попала в руки реставраторов очень грязной. После того, как мы ее аккуратно очистили, я увидела на стекле, вот если присмотреться, то можно увидеть, что у горлышка бутылки, там, где узкая часть, видны рельефные буквы. Алдерис, Алдерис, Алдерис. Три раза написано название. Изучая происхождение названия Алдерис, выяснилось, что этот завод был основан в 1937 году путем объединения трех пивоваренных заводов. И название выбирали сами люди. Это аналогично тому, как это происходит в наши дни, когда различные компании предлагают присылать свои предложения жителей страны, чтобы выбрать название для какого-то конкретного объекта. Аня Табурковска подчеркивает, что процесс изучения и исследования очень интересный. На Дни европейского наследия был приглашен архитектор Петерис Блумс, который в течение 18 лет работал над восстановлением замка Ливонского ордена. Я здесь провел почти треть своей жизни, и я вспоминаю эти годы с удовольствием. Я прекрасно осознаю, что это очень ценная работа. В любом случае, самая значимая из всех проделанных мной работ в жизни. Восстановление замка Ливонского ордена, начавшееся в середине 90-х годов прошлого века, было первым проектом такого масштаба в Латвии по восстановлению средневекового замка. Ничего подобного не было, и поэтому в большой степени это определило то, как развивалось дальше мышление в этом направлении. Все чаще стали думать об истинном лице замка, чтобы об этих местах говорили сами объекты, а не просто нафантазировал что-то автор. Хотя этот процесс был долгим и сложным на протяжении многих лет, Петерис Блумс с радостью вспоминает об этом времени. Он рассказал посетителям этого мероприятия о том, как проходили работы и что было интересного в этом процессе. Я всегда с благодарностью вспоминаю, как все было организовано со стороны Венспилского самоуправления. Самоуправление участвовало во всем процессе, до мелочей. Это редкость. Считаю, что другие самоуправления могут только поучиться этому. Результат может увидеть любой, кто посетит Венспилский музей в замке Ливонского ордена. Мероприятие в нашем городе было организовано Венспилским музеем и отделом архитектуры и градостроительства Венспилской городской думы.